Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Сегодня я хочу вам зачитать информацию о человеке, который, возможно, был пришельцем из-за края Земли или представителем древних цивилизаций, которые проживали на нашей планете. Говорят, что этот человек прибыл на летающей тарелке Вимания в далеком прошлом. В 1995 году впервые был опубликован странный снимок неизвестного мужчины. Его опубликовал инженер Фил Шнайдер. По рассказам человека, этот индивидуум прибыл на Землю с особой миссией. И молодой инженер Шнайдер встречался с ним, участвуя в секретной программе по строительству базы под землей, а также в разработке знаменитой зоны 51. Имя этого загадочного человека – Валиант Тор. I believe you've been expecting me. My name is Valiant Thor. Имеется несколько фотографий этого загадочного пришельца, который, к слову говоря, выглядел как человек. По словам Шнайдера, этот Валиант Тор выглядел как обычный человек, но только внешне. Но внутренне физиологически по строению органов он представлял из себя иную анатомию, чем человеческая. И по рассказам журналистов, у него имелось 6 пальцев на каждой руке. Также у него было увеличенное сердце. И не 2 легких, а 1. Кто-то говорит о том, что кровь его была синего цвета. Человек разговаривал на больше сотни языках, а возраст его был, по его словам, около 500 земных лет. После проведенных исследований выяснилось, что IQ этого человека или не человека составляет 1200, что почти в 10 раз больше, чем интеллект самого умного человека. Этому пришельцу по имени Тор были известны все секреты американского правительства, и его часто подозревали в каком-то шпионаже. В 1954 году было заключено Гренадское соглашение между властями США и инопланетянами. И именно после этого соглашения и началось активное сотрудничество между представителями иных цивилизаций. Фил Шнайдер говорит о том, что в 1979 году на подземной базе в Дульсе был некий конфликт между инопланетянами и американскими военными. После большой перестрелки в живых осталось только 3 человека, один из которых Фил Шнайдер. Он смог выжить, но получил очень серьезный заряд радиации и впоследствии заболел раком. В 1995 году Шнайдер заявил, что последние 22 года погибли его 11 лучших друзей. Все они погибли при загадочных обстоятельствах, а некоторые из них якобы покончили жизнь самоубийством. Рассказ этого человека никто не воспринимал всерьез, но все изменилось после его смерти 17 января 1996 года. Умер он вскоре после того, как раскрыл эту информацию на весь мир. Официальной причиной смерти было, как ни странно, самоубийство. Однако доказать это не удалось. И именно после этого и возник интерес к загадочному инопланетянину Валиану Тору. Также упоминание о этом загадочном инопланетянине было описано в книге «Чужак в Пентагоне», которую написал доктор Фрэнк Стрейджес. Он говорил о том, что встречался с этим Валианом Тором в 1959 году. Говорится также о том, что инопланетянин активно вел переговоры с американским правительством, в том числе с президентом Эйзенхауэром и Никсоном. Некоторые инсайдеры говорят о том, что инопланетянин этот вышел прямо из летающей тарелки и завел беседу с увидевшим его полицейским, в результате которой он просил провести его к президенту США. Фото 1957 года. Встреча контактера Говарда Менгера из Хайбриджа в штате Нью-Джерси. Там запечатлен Валиант Тор. Это человек с документами в руках. Так, ну у него, по-моему, 5 пальцев, а не 6. Валиана Тора описывают как человека с загаром, ростом 185 сантиметров
и весом около 85 килограмм. У него были каштановые волосы и карие глаза. Также говорили о том, что этот инопланетянин мог менять свою молекулярную структуру, а также обладал способностью к телепортации. То есть он мог менять свою внешность и телепортироваться, куда ему вздумает. Говорят, что у него не было отпечатков пальцев. Еще фото с другого ракурса. Никто не знал, почему Тор прибыл на Землю. Сам он говорил о том, что его направили сюда в качестве переговорщика или дипломата, для того, чтобы он наладил связь с правительством США и, возможно, уберег его от неминуемой катастрофы. По словам инсайдеров, пришелец передал президенту Эйзенхауэру некий секретный документ от своего начальства.